Всем привет, друзья! Наконец-то подвезли мистические контейнеры, которые все так долго ждали. Сегодня откроем все, что возможно. Попытаем удачу на 100 тысяч золота, разумеется, и на некоторые танки. Важно, если вы будете открывать, продайте коллекционные танки 10 уровня, потому что компенсация будет в серебре. Я продал... Некоторых у меня не было, попробуем выбить. И есть еще шанс выбить уничтожитель, потому что с ним мне не повезло. В контейнерах плохая компания. Одна странность, почему-то не подвезли новые танки. Судя по сертификату... танков, которые были в этом году, 28-4, объект 752, их здесь нет. Тот же самый Т-77. В общем, танков здесь, по-моему, здесь все прошлогодние, если я не ошибаюсь. Потому что новых я тут не вижу. Ну, окей. Также может выпасть до полугода према. Према у меня хватает с лихвой. Сейчас 2700 плюс дней. Будет скоро ивент, кстати. Там можно будет наконец-то слить прем. И это очень хорошо. Так, давайте посмотрим. В итоге будем открывать 64 контейнера. Посмотрим, что выпадет, сколько золота насыпет. Ох. Такс. Сейчас, ну, 61 тысяча золота, можно сказать. 2723 дня премиум аккаунта. Так что, как-то так. И всем напоминаю, что в скорости у нас будет марафон подарков, где мы будем разыгрывать огромное множество всяких призов среди наших любимых подписчиков, в том числе и вот такой вот геймпад, который совместим с Tanks Blitz. Геймпад Rhythmix GP050 Bluetooth. Так что подписывайтесь и следите за новостями. Возможно, он достанется именно вам. Ну что ж, поехали. Золото. Тут даже по два может падать. Даже по два. Три дня према. Ну, нафармим свободки, что тут могу сказать. 10 тысяч свободного опыта. Господи, аватар. У меня аватары с прошлого года эти валялись, я их сливал. Да что-то, слушайте. Лимит удачи на колыбане, что ли? Ушел. Боже. Боже. Да ладно, у меня золото есть. А кто последнее золото отдает? Вот что им насыпет-то? Вы посмотрите. Это... Прям по два сыпет и все. Там лес-то что-то сломало опять. И поэтому нет ни новых танков и выпадает по... Две вещи всего. Ну, вот смотрите. Десять контейнеров открыли, вообще ничего толкового не выпало. Вообще. Сто золота. Сто золота. Ну, хоть... Хоть по 100 уж, и то неплохо. На безрыбье и рак рыбы, как говорится. 2000 свободки, боже, боже. 100 золота. Я не удивлюсь, если это будет худшим открытием вообще. 100 золота. Надо 100 тысяч, а не 100. Так, что-то с этими контами не так. Мне кажется, лес-то что-то там не донакрутило. Я не знаю, как это назвать, слов у меня нет. 100 золота.
Аватар-то и тот один раз выпал. Что там происходит у них? 50 тысяч серы. Супер, просто супер вообще. Сертификаты на свободку, я так понял, только серебристые падают. Боже мой. Двадцать контейнеров мы открыли. Вот вы видите, что падает? Это ру-сервер, Леста. Потом надо будет узнать, что падает на евро вообще и как. Возможно, попробую еще открыть на аккаунте, который без доната, где я открывал суперколлекцию контейнеров. 200. Ох, 200 золота, вау. Скупил все контейнеры, которые возможно было. Зачем? Вот ради такого... $200. А сертификаты? 5% вроде как шанс у сертификатов. 2 дня приема. Супер. Две тысячи свободки. Так, открытие замечательное. Миллион раз подумайте перед тем, как их покупать. Вы сами все видите. Не падает просто ничего. Аватар. Супер. Замечательно. Сто тысяч кредитов. Всю жизнь мечтал. Ой, да ладно. Ну неужто? Ну еще посмотрим. Из него песок выпадет какой-нибудь 5 уровня. Это 30. 30 контейнеров открыли. 30. И выпал один сертификат. И почти не выпало золото. Никаким сертификатом шансом 5% тут не пахнет, как по мне. Про золото я вообще молчу. Даже 100 золота выпадает очень редко. Боже. Ну, надеюсь, из сертификата может, конечно, уничтожитель выпадет. Но это такое чудо будет. Просто чудо-чудное, диво-дивное. Но зная Лесту и ее контейнеры, нифига там ничего не будет. Будет песок 5 уровня. Ну, свободка, пожалуйста. Три прем. Класс, спасибо. О, 200 тысяч сер. Боже мой, что с этими контами не так? Что с ними не так? Вот 100 золот. 100 тысяч! Да хотя бы... Уж сколько-нибудь. О, 500! Ё-моё! 500 золота. Сорок контейнеров открыли уже. 40. И один сертификат пока только. За 40 контейнеров. И что, не говорю, неизвестно, что из него выпадет. Ну, зато свободки на новогоднее открытие на фарблю. 6 миллионов точно, думаю, откроем. День прямо. Так, что-то Леста там с шансами опять сломала. Гадалки не ходи. Не падают даже сертификаты. Даже сертификаты не падают. 500 000 серы. Я должен сказать вау? Или что? Ох. 200 золота. Ух ты. Уже не 100. Уже не 100. Дорогие подписчики, если вы покупали их, напишите в комментариях, сколько вы взяли контов и что вам из них выпало. И укажите, где вы брали, на евро или на ру.
Потому что нору вы видите просто слив голды. Слив в лесту голды. Еще кто-то, может, за донат покупал. Я не знаю, у меня нет слов. У меня нету слов. Я, возможно, попробую на аккаунте без доната, но... Вы сами все видите, если в этом хоть какой-то смысл, я сильно сомневаюсь. Возможно, они там что-то пофиксят, конечно же, но... Сто золота, вау. Так, в общем... Сто золота, круть. Хоть сертификат еще один дай, ну 64 контейнера, блин. День према, классно. Две тысячи свободки, боже. Боже, я не знаю, у меня слов нет, я не знаю просто, что сказать, вот я в шоке сижу. Мне очень хочется выругаться, вы себе не представляете, как. Ладно, я занимаюсь вот этим открытием контейнеров, я постоянно их открываю, мне еще не так обидно. Вот люди, которые купили за золото, вот слили все золото, не знаю, продали коллекционки и задонатили. Вот как они себя чувствуют с таким открытием? Пятьсот золота. Шестьдесят контейнеров позади. Один сертификат. И вот децл свободки просто. Децл. Ой, свободки. Господи, золото. Свободку более-менее сыпет. Не знаю, сертификатов там наберем. 60 позади. 200 золота. Я просто не знаю, вот. Сейчас 100 тысяч выпадет. Про голды прям на лес-то подарит. Не зря я 60 больше 60 контейнеров терпел. На тебе аватар, держи, конечно. Итак, вы сами все видели. Давайте откроем еще мистический сертификат. 64 контейнера. Почти нет золота. Сертификаты на свободку только серые. Один мистический сертификат, с которого может выпасть полнейший ненужный хлам. Он у меня есть, мне за него будет компенсация в серебре. Танчик неплохой, тем, у кого его нету, я думаю, понравился ему. Сто тридцать шесть сертификатов. Серебряных на свободку. И 3000 золота. За 64 контейнера мистических. 3000 золота, один сертификат. О, према даже почти не насыпала. То есть с этих контейнеров не падает вообще ничего. Вообще. Я не знаю, может, мне просто супер не повезло. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь, жмите лайки, пишите комментарии. Всем пока.